Мы сейчас заправляем УАЗик. В общем, нам сообщили тут добрые люди. Ну, тоже тут написали, говорит, в это, что видели 10 коз неизвестных, неизвестного происхождения. В общем, несколько километров отсюда, вот возле другого села, там, ну, среди поля, там бригада есть. В общем, мы сейчас собираем транспорт, быстренько уже все собрали и поедем искать все-таки в надежде, что мы их найдем. Потому что до завтрашнего утра они могут уйти еще куда-нибудь дальше. Ну вот, ну мы помолились, мы тут сегодня уже Николе Чудотворцу молились. В жизни такие форс-мажоры случаются в хозяйстве. Тут до сих пор у нас бегает телка. Большая, практически корова, ее поймать не могут. Соседи. Вот, ну вот, сейчас мы будем пытать счастье. Романтика. Луна. На небе горит. Дорога, слава богу, сухая, что редкость осенью. Алексея там не видно. Утро доброе. Вчера проездили, нашли мужиков, которые коз видели, дали им свой номер телефона. Вот. Ну, сегодня попытка номер два. Продолжаем поиски. Добрый день или утро. Вчера вечером, ну ночью точнее уже, как бы в темноте. Поискали там добрых людей, нашли, телефончик оставили. Вот сейчас решили с утра поехать на то же место, где их видели, чтобы они далеко еще куда-то не ушли. Поэтому надеемся, что мы сейчас их все-таки обнаружим. День есть день. Ехали вдоль такой полосы, нашли их вон. Сейчас осталось, чтоб пришли они к нам. Стрелка, стрелка! Ну вот, слава богу, мы нашли нашу пропажу. Добрые люди подсказали. Паслись там, понимаешь, себе в это. В околочке. Вот они все родненькие. Это хорошо, вот есть УАЗик, закинули их тут. И все, и они снова дома. Конечно, они дезориентированы, потому что, ну, кто его знает, что там случилось, почему они туда убежали. И все, а раз уже далеко, значит, уже понимания абсолютно нету, куда возвращаться домой. Вот, ну все, слава богу, история закончилась благополучно. Это для нас тоже хороший урок. Вот, что когда колешь, значит, скотину какую-то крупную, нельзя там отпускать. Ну вот коз, потому что за 7 лет это вообще первый раз такое. Мы вообще им доверяли всегда, козы вообще никогда. Барана я знал, что они могут уйти, но чтоб козы вот так. Ну вот теперь будем иметь в виду, так скажем. Ладно, что ж, все, сейчас выгрузкой будем заниматься.